Бунасярости Мас Приетин, добрый вечер, дорогие друзья. Так. Все подключаются. Так. Так, пока подключаются наши, я хочу поприветствовать всех тех, кто уже онлайн. Спасибо вам за вашу активность, потому что я неоднократно заявлял о том, что благодаря вам мы можем довести всю правду до максимального количества жителей Молдовы. Вот, значит, я хотел бы сделать следующее заявление. Значит, по результатам заседания, сегодняшнего заседания Куртя Диапел Кишинев, значит, хочу сказать следующее. Значит, беспредел Плохотнюковской системы правоохранительной продолжается. Значит, я посмотрел такое вялое, ни о чем заявление прокурора Бусуёк. Значит, адвокат сегодня, в принципе, доказал судьям в Куртя Диапел Кишинев, что мандат на арест был выдан незаконно. Только по настоянию адвоката, значит, суд сегодня принял к сведению тот факт, что все-таки ордонанса депорнире о каузе пенали афост тотуш адусы, дарфырыя науптуцендеи, мандату де арест акумос аптамынышин ксманунцин калтария интернационала. Ламас култат пи бусуё кари декларык урмяза сфи стабилит локунди мафлу ла момент. Кас дупаса сфи уреценут экстрадат юнунц алексей ку бусуё кш унил сутрезыт. Я ж тил коля китурагу птес гасаска он студент, он ученик майбон декат бусуё кдамарок лукряза шей. Кусяло, май вот но его надеюсь обуник, цене смейте вади капулы, локузаш по корнелю мурарыш, пицпович, амус со скунди нужд пионе. Но сегодня суд отказал в следующих важных вещах. Например, судья принес флешку, говорит, давайте заслушаем там телефонные переговоры с прокой, с тем, который сидит в Румынии, с его людьми, которые прямо указывают на то, что Плохотнюк является заказчиком убийства Горбунцова. Значит, суд это отклонил. Дичь, он черга авокату, а майчарутка сфиеву комиссия ругатория ан Румыния. Ше Румыния сеси экспу и клар. Кума колубурат Рената Усаты курганили дидрепт и Румыния ультими треянь. Куче я мажутат на част анкеты. Ка Семярга политишти прокуроре дела Кишинев, Семяргам Букурешт, шаколу лор лисева эксплика, статутул меундосар, кучам котрибует шаша майди парти. А сейчас лукру аста за фост респинс. Мы не вон черга держат ресел батала как прокурор, жудикатор ну акчептат. Слава домнулы к жудикаторий, а акчептат копия читатей ши документу, кари демонстрязок Йосент Мартур. Ануну диндосар ли прока, легати ди прока ан Румыния. Аста ау акчептату. К полноурму лор кредка лера интересан тот ш дичини семнадти к пати Плохотнюк санчерчица базе аколу. Поца воспун к анкетаторин Мария Британии. Сан сурпринш де факту к ю мафлы на Интерпол.
что Республика Молдова есть и порните инкво каузы пенала, дичь она есть в Маре Британии, она есть в Маре Британии, что Молдове не май порнец, куна где-то так солспели пи, солспели пи плохотнюк. Чинева один репрезентанций масс-медиа л-а întrebat пи авокат, да пусатый ну вине акас. Авокатул а спус фарти клар, кан прокурорий луй плохотнюк, политиштий луй плохотнюк, жудикаторий луй, де бузунар, анчарка сэл акопери пи плохотнюк. Анчарка сдука нярвари анкета. Ам вазут к ей саусесизат, ам регистрат материал, ам регистру уну, декларатели лу Горбунцов ин интервью. Дичину саусесизат прокурорий, регистру уну, да, требует свиндой. Чеч цини де прослушка ку плохотнюк, карем публикату саптамана трикоты. Дичину саусесизат, кэнд персоанели, импликати ин уморурли дин Румыния ши Букурешти, ку воча луар спунка плохотнюк есть чел, каре окумандат ачесте креми. Дичи аиши и ну саусесизязы. Деварич аз пидэнши а у него де Горбунцов, ш плохотнюк, а си пцынын к претинку дэнс. Пэнну сафач требурли плохотнюк, жду паста, а с майтриматын кодат пши. Не важден пи Горбунцов, а сэл, кредка сэл не меряска, де сигур. Значит, я говорил о том, тут попросили повторить на русском, значит, прокуроры никак не реагируют в рамках программы «Сгонцы», которая не вышла на ТВ. Значит, я четко заявил о том, что Плохотнюк является заказчиком этих убийств, значит, прокуратура ничего не делает. Я опубликовал прослушку с Плохотнюком, пока указываю на то, что Плохотнюк должен сегодня, если он держит Пентю в тюрьме, то Плохотнюк должен быть рядом с ним. Прокуроры молчат. Опубликовал разговоры с Прокой, с киллером из Румынии, с посредником, где указывают напрямую на Плохотнюка. Опять их это никак не задело, хотя есть прямые доказательства. То есть на основании Бая Горбунцова в скайпе возбудили дело против меня, обвинили и подали в розыск. А то, что предоставил конкретные доказательства, что Плохотнюк организатор этих убийств, наши прокуроры ничего не делают. Потому что такие же конченые, как и все те, кто служит сегодня Плохотнюку. Я докажу. Как вы понимаете, в Молдавии шансов нет. Значит, я буду бороться за пределами. Мандат на арест зачем им нужен был? И зачем нужен был международный розыск? Им нужен был для того, чтобы усатый сидел в Москве, не продолжал работу с правоохранительными органами Румынии, не начал подключать англичан к этой истории и так далее. Но у Плохиша ничего не получится, поэтому пусть они делают все, что могут, а я буду по закону добиваться международного мандата на арест Плохотнюка. Шинтерлопу Плохотнюк, ну вас копа. Что с прокурори, полетишьте. Карелаус палатки Плохотнюк. Я с палатки Лоцеи. Алди Кавкалюк, Карелу Датку, Шампунь, Пикап, Шашема, Департи. Тотос Распонда. Деваричи ей импедика. Анкета интернационала. Шинчарка с дукан яруари, органили ди древне Румыния, шмари Британия, шпентураста тоц вагабон, за что осы распонда фаца леджи. Вайбеск, вадуреску, осяры бона, май ворби.